Кать, привет! У нас сегодня новая игрушка. В магазин я купил твоего любимого поника. Маленький пони, дружба — это чудо. Да, Кать, мы же с тобой смотрим по вечерам. Коробку прям распаковываем. А покажем, да, что мы там купили-то. О! Опа. Тут написано, что при помощи айфона мы можем идентифицировать поника, что он оригинальный, что это Хэмонс, нет, что это Хасбро, назывался это магазин, Хасбро. Вот паровозики, как мы любим, такие классные паровозики. Распаковать? Бери поника. Ну, хорошо. Хорошо, сначала полоску. Подожди. Бантики всякие, это не для тебя. Держи. Аксессуаров для пони, даже солнечные очки есть. На, пап, посмотри. Ничего себе. Ну, так как эти солнечные очки могут оказаться у Кати в желудке, мы пока опустим этот аксессуар. Так это лего, Катя, это нам сейчас зачем? Сейчас. Кать, смотри, пони. Ух ты! По форме ушей даже, чтобы держалась. Держи. В общем, там еще куча аксессуаров для гривы поника. Всякие бантики разные. А паровозик для чего? Возить поника в путешествие. Эта серия называется «Что он едет в путешествие». Вот прицеп у него. Давай, ту-ту-ту-ту! Сюда чемоданы, а сюда лошадки. Да, лошадки. Лошадки сюда. Сюда лошадки. Кай! Пони вот здесь, давай ее в паровозик везем. Ту-ту! Тю-тю! Пони забыла. Все, Кай, сажай пони в вагон. Пони везем. Пони везем. Это прицеп. Ту-ту, Кай! Катя! Давай. Ту-ту-ту! Чемодан пони он забыл. Ну давай, ладно, без повозки. Давай вот так вот ей погрузим в вагон. Ух ты! Нет. Нет? Ну хорошо, нет? Давай с повозкой. То есть без пони никак, без повозки? Нет, не хочет она, чтобы чемоданы у нее были в вагоне. Кать! Поехали. Ту-ту-ту! Кать! Ты опять пони нужно. Ты отцепил вагон, Кать. Пони надо с собой взять. Вот, вези пони. Ту-ту-ту. А это вещи пони, мы их возьмем? Пони же без, никак без вещей-то, Кать. Это пони ж... в отпуск едет с чемоданом и с кепкой от солнца. Модная пони. Ой. Как мы прям в путешествие едем. Чемодан туда ей, да? Ты никого не забыл, Кать? Кать!
Кать, смотри, понял. Маленький пони. Ладно, пони поедет в первом вагоне, раз ты ее забываешь все время. Ту-ту! А сюда давай вещи положим. Вот. А это уберем. Кать, молодец! Ой, смотри, еще двери есть. Вот так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Какая такая? Ой, кто это сделал? В первом вагоне едет пони. Здесь у нее просто домик, а чемодан едет сзади. Кать. Кать, ты что? Наигрался? Папа, где бантики и очки пони? Кать, привет! Кань, смотри, пони-то в отпуск едет, у нее есть солнечные очки. Сейчас я их одену. Бах, Кать! Бах! В общем, каждому свое, понятно. Кать! Ты пони решил выкинуть? Ты за него плачешь? А, мама пони. Вещи ее. Я ее одеваю. Сейчас же у нас билеты стали безбагажные. Да, Кать, как ты считаешь, бантик на хвосте пони нужен? Ну, пусть будет. Маленький пони. Кать, пони, видишь, в солнечных очках отдыхать на море едет. Тю-тю-тю-тю-тю. Чемодан. Тю-тю-тю. А? Ой. Смотри, а это домик у пони. Видишь, у нее там есть пол, окно есть. Смотри, дверь у нее есть. Можно просто тут жить. Папа. Да, Кать? Кать, давай, тю-тю-тю-тю-тю. Пускай садится, но. Молодец. Смотри, она может прямо так взять и зайти. Кать, ты так бери и прям выкидывай оттуда. У тебя же билета нет. Хватит обижать пони. Это ее собственный паровоз. А эту пони зовут Спаркл. Спаркл! Спаркл приехал. Поезд дружбы называется. Тю-тю-тю! Где Спаркл, Кать? Покажи Спаркл. Смотри, маму снимай. Мама. Это мама, Кать. Она спала. Да-да-да, совершенно верно. Гори! Чего? Ту-ту-ту! Давай, ту-ту. Отцепился вагон, Кать. Да, она его не прицепила еще. Кать, давай мы пони повезем, да? Не будем забывать ее. Давай, поехали. Ту-ту! Ту-ту!
Ну, прекрасная игра. А я вот. Ой, Кать! А это уже в рубрику Web Challenge. Это что-то, Кать. Зачем так сделал, Катя?